рады нашей встрече с вами, наши уважаемые слушатели. Творчество – это до сих пор неразгаданная загадка. Для кого-то оно требует уединения, развивается в тишине, вырастает из индивидуальности художника, поэта или композитора. Другие же творят в союзе с менее талантливыми, чем они сами. Шедевры, рожденные двумя творческими личностями, могут быть результатом случайной встречи, многолетней дружбы, преданной любви или даже семейного сотрудничества. Одно можно сказать точно. Когда два мира соединяются в один, когда творцы вдохновляются идеями друг друга, на свет появляются по-настоящему глубокие, наполненные яркие произведения. Музыка полна примеров замечательных творческих дуэтов. Одни из самых любимых и живущих в нашей памяти – это союзы советских поэтов и композиторов. Наша программа сегодня посвящена именно им. Любимые композиции прозвучат сегодня для вас в исполнении камерного оркестра «Виола». Донецкой Народной Республики Валерия Кудря. И первый творческий тандем, о котором сегодня пойдет речь, союз композитора Евгения Мартынова и поэта Андрея Дементьева. Их разделяла и одновременно сближала 20-летняя разница в возрасте. Они дополняли и уравновешивали друг друга. Они сами признавали, что стремительный рост их популярности – результат их совместного творчества. «Балладу о матери», «Алёнушка» и другие их общие хиты исполняли лучшие мастера советской эстрады. Нашу программу откроет их песня «Чайки над водой». Для вас поет заслуженная артистка Украины Анна Братус. Сердце в нём прошло.
воспоминаний Дементьева о Мартынове. Я хорошо помню, как и когда писалась каждая из наших песен. Когда поздно просиживал Женя у нас дома за пианино и все играл и играл рождавшиеся в нем мелодии. И лишь потом я, наполненный его музыкой, начинал думать о стихах. Евгений Мартынов, Андрей Дементьев, «Отчий дом». Встречайте, Александр Порецкий и вокальный ансамбль «Синграда». You know.
совсем удивительно веселым и неунывающим человеком. Но Дмитрий знал его как человека ранимого, особенно когда задевались самые важные творчество. Может быть, поэтому на свет появились печальные песни композитора, в которых он мог излить душу. Такие, как его знаменитая песня «Лебединая верность».
Каждый звук и слышит голос.
даже в тяжкий смертный час. А зло сомнением предам свою любовь последний раз. Я еще здесь.
Я приду тебе на помощь, только позови, просто позови, тихо позови. Пусть с тобой все время будет свет моей любви, зов моей любви, боль моей любви. Боль, как не остаться прежним, не бедно живи, солнечно живи, радостно живи. Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи, счастливо живи, всегда. Советской эстрады Бабаджанян, Рождественский и Магомаев не только сотрудничала, но и дружила. Бабаджанян вспоминал: «Муслима можно назвать нашим соавтором. Именно он предложил переделать мою сатирическую песню «Понедельник, день тяжелый» в звонкую и праздничную свадьбу. Эта мысль нам понравилась, и мы сделали песню такой, какой ее знают сегодня». Арно Бабаджанян, Роберт Рождественский. «Свадьба». Проселочной дороге шел я молча, и была она пуста и длинна. Только грянули гармошки, что есть мочи, и руками разлила тишина. А где
Спешат такси определила профессию главного героя. Александра Пахмутова, Николай Добронравов. Нежность. Пусть тело без тебя.
добронравов и юная Бахматова встретились в далеком 1956 году на радио. Буквально через 3 месяца после знакомства они поженились. Их песня «Мелодия», написанная для Муслима Магомаева, помогла певцу и его возлюбленной Тамаре Синявской соединить свои судьбы навсегда. Но «Мелодия» — это гимн любви и самих авторов Александра Николаевна и Николая Николаевича. Ты — моя мелодия, и я — твой преданный Орфей.
Белорусская пуща стала неофициальным символом Белоруссии, а позже своеобразным реквиемом по утраченной советской родине. Это произведение пришлось по душе многим исполнителям, и поэтому сейчас существует несколько версий композиции. Одна из самых запоминающихся была исполнена на конкурсе «Песни 77» большим детским хором под управлением Виктора Попова. Александра Бахмутова, Николай Добронравов. Белорежская пуща. Yeah.
Именно он первым услышал их песню «Нежность», и она стала его любимой. Гибель Гагарина в авиакатастрофе 27 марта 1968 года страшно потрясла Пахмутову и Добронравова. Откликом стал целый цикл песен, получивший название «Созвездие Гагарина». Добронравов вспоминал: «Мы задумали написать песни про Гагарина. Сидели, думали, а вот каким он был, что о нем знают? И вдруг сама собой легла фраза: «Знаете, каким он парень был?» Евгений Долго
Владимир Лазарев. «Мой белый город». Бесконечно.
Концерта подошло к концу. Мы ждем вас после небольшого антракта.